Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Посмотрите, какие нам привезли жилетки за 199 рублей. Яркие, мягенькие, на ощупь очень мягенькие. Извините, что у меня немножко гнусавит нос. Вот такая проблема после простуды. Так, расцветки смотрим. Размеры разные. Значит, получается 110 сантиметров 4-5 лет и 134 сантиметра 8-9 лет, 128 сантиметров 7-8 лет и последняя расцветка тоже 7-8 лет. И посмотрим, из чего состоит. Состав полиэстер. 199 рублей. Вот такую шапочку неплохую нашла. Размер 56-60. Без помпонов. Небольшой такой рисунок здесь. На вид прям неплохая шапочка. 199 рублей. Еще вот такие. Блестящие. Мы уже, по-моему, показывали все. Разных цветов. Ой, это что? Рукавицы для ухода за телом. Классная вещичка. Эффективное очищение кожи, лица и тела. Натуральное волокно. Состав сизаль и полиэстер. Стоимость 99 рублей. Чего только не придумают. Защитные накладки на ножки стульев. 4 штуки. Состав полиэстер. Ну надо же. И они еще разных цветов. Ценника нет, наверное, 55 все-таки. Крем для обуви армейский, черный. Придает 100% водоотталкивающие свойства. 27,50. Скалка с регулируемой толщиной текста. Я думала, тесто, это текста. Смотрите, здесь пишется текста, а здесь пишется тесто. За 199. Вот таким образом она выглядит. Здесь какие-то деления. Вот этот винт раскручивается и регулируется. Продуманная конструкция гарантирует равномерную толщину теста, а нанесенные на скалку разметки позволяют определить ширину коржа. В набор входит комплект съемных дисков, которые поднимают скалку на разную высоту, позволяют регулировать толщину получаемых коржей. И опять новые тряпочки 50 на 70. Я не знаю, как будет у меня после редактирования. Но сейчас прям такие яркие, сочные цвета. Я все смотрю вот на эти формы. Это разовые формы, я так понимаю, для выпечки за 55 рублей. 10 штук, 16 штук. Можно делать даже запеканки различные. Сделал, выкинул. Или куда-то с собой взял. Также можно делать и рулеты. Стаканы. 210 миллилитров. С серебряной каймой. Состав полистирол. Четыре штуки, 51 рубль.
пряники «Ананасовое кольцо», производство «Дымка», «Добрые сладости». Я слышала отзывы. Эти пряники внутри, прям кусочки ананаса. 400 грамм, 55 рублей. Вот такие я сейчас, наверное, возьму. Я знаю, вы любите, когда я показываю состав. Пожалуйста. Вот так. Масло вижу уже. Пальмовое масло присутствует. Подсолнечное и пальмовое. Чего-то мне расхотелось. Ну, хотя, все равно, наверное, возьму. Конфетки. Новинка. Ронни суфле. Пятьдесят грамм, 55 рублей. И состав. Конфеты глазированные. Не знаю, как прочесть. Кьотто. Не знаю. 200 грамм, 55 рублей. Еще конфеты. Изабелла, 250 грамм, 51 рубль. Патока присутствует здесь в составе. И со вкусом амаретто. Раньше не нравился вкус амаретто. А сейчас уже как-то подзабыла. Давно я не подходила к конфетам, к всяким сладостям. Много новинок. Вот натуральный продукт на сливках. Конфеты «Сливочный каприз». Коровка. 200 грамм, 25,50. Пухлый кролик, воздушное суфле. Вкус пломбира. 85 грамм, 27,50. Тоже патока. Конфеты «Лукоморье» мини с тягучей карамелью. Сами конфетки большие. Смотрите, какие огромные. Всего здесь 250 грамм, 55 рублей. И состав. Я уже вижу масло растительное. Карамель «Ассорти». 224 грамма, 51 рубль. Такие вот конфетки по сосульке на палочке. Печенье мюсли, клюква и изюм. Вот такие тоже хочу взять. Правда, что-то дорого. Получается 4 печеньки, что ли. Вот все, что входит в состав. Нет, все-таки, наверное, 8. 4 индивидуальные упаковки по 2 печенья. Значит, 8 штук. Я уже сказала, по-моему, 51 рубль, 120 грамм. А вот эти печеньки я беру, ну, не совсем постоянно, но очень часто. Семена льна здесь, кунжут, ядра семечек подсолнечника. Мне нравится. 55 рублей, 270 грамм. Конфеты с вишней. 200 грамм, 55 рублей. Смотрите, какая прекрасная упаковка. На подарок самое то. Еще для меня новые конфеты. Амары. Шоколадные конфеты. Со вкусом вареной сгущенки и карамельной крошки. И со вкусом топленого молока. 55 рублей, 200 грамм. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.